Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Франсиско Хосе де Гоя Лусиентес «Раскаяние святого Петра». Около 1824 года, холст масла 73/64. Франсиско Гоя – один из выдающихся испанских художников 18-го, начала 19 века. Он прожил долгую жизнь, вторая половина которой совпала с большими историческими потрясениями, которые постигли Испанию в начале 19 столетия. В своем творчестве, относящемся к этому времени, мастер сумел показать остроту, трагизм событий, происходивших в этот период в стране. Считается, что данная картина была написана незадолго до его эмиграции во Францию в 1824 году. Изображенный на холсте апостол Петр, одна из центральных фигур католической церкви, Иисус назвал его камнем, на котором будет создана церковь, что в дальнейшем интерпретировалось как церковная организация. Именно Петру Христос обещал ключи от Царствия Небесного. В то же время с ним связаны и тема греха и покаяния, занимающие важное место в христианстве. Трижды за одну ночь Петр отрекся от учителя, а потом осознал свое прегрешение и глубоко раскаялся в содеянном. На первом плане автор запечатлел атрибуты апостола камень и ключи, притом сделав центром картины его лицо, выражающее сложную гамму чувств – раскаяния, отчаяния и надежды. Как известно, Гоя редко обращался к евангельским сюжетам. В этой связи можно предположить, что причиной создания шедевра стало душевное состояние художника. Вот такое описание к работе Франсиско Гоя «Раскаяние святого Петра». Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.